Сьогодні в 17:15 інспекторам патрульної поліції прийшов визов і орієнтировка на автомобіль Mazda 3, яким завладіли під угрозою применения автомата Калашникова. Водителя высадили с авто и на нем скрылись. В 17:25 инспектора патрульной службы обнаружили данный автомобиль. И в 17:35 задержали автомобиль и задержали нападавших и тех людей, которые угнали данное транспортное средство. Продавал машину, подошли как покупатели, два человека, сели в машину, посмотрели, предложили проехаться, сели, проехались. И завезли на улицу меня. Один вышел, вернулся с автоматом. Передернул затвор, сказал «бежи». Ну, я отошел, они сели и уехали. После чего я сразу позвонил в милицию. Такого прожектора не хватало. Под пакеты я накидал. Рожок пустой, да. Это первый. Вот второй полный. Второй. Заряженный. Вот это. Оригинал. Стадион Арсенал. Стадион Арсенал, вот. А это вот. Уже. И Бальчик. И Бальчик. Вот это Бальчик. Некрасова 1. Улица Некрасова 1. Некрасова, да. Некрасова 1. И второй. Еще второй. Да, сказал. Ноября в 16:45 поступило в полицию сообщение о том, что двое неизвестных под угрозой применения огнестрельного оружия завладели автомобилем Mazda одного из жителей города Харькова. После получения информации немедленно был введен по городу Харькову план перехват. В рамках данных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Октябрьской полиции был задержан в районе Баварии на железнодорожном переезде двое лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления. При осмотре личных вещей было обнаружено два автомата с боеприпасами. Данные лица в настоящее время доставлены в Октябрьское отделение полиции. Устанавливаются их личности, проводятся все необходимые следственные действия. И открыто два уголовных производства, одно по статье, части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины, это незаконное завладение транспортными средствами, и второе по части 1 статьи 263, это незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Данные граждане задержаны по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.